Традиционно с наступлением осени расписание движения автобусов подвергается корректировке. Из-за сокращения светового дня на некоторых маршрутах транспорт будет отправляться в город по измененному расписанию. Связано это с тем, что меняется продолжительность светового дня. Тем, кто активно пользуется дачными автобусами, еще раз напоминаем о том, что там посмотрите, пожалуйста, расписание или позвоните на горячую линию. В этом сезоне в Самаре действует 29 садово-дачных маршрутов. С октября автобусы будут ходить только в субботу и воскресенье. Организованные перевозки традиционно завершатся к началу ноября. Кроме того, в профильном департаменте напомнили о возможностях льготного проезда. Благодаря этому существенно снижается его стоимость. Для студентов и школьников стоимость проезда составляет около 17 рублей. Отмечается, что только в Самаре существует возможность совершать поездки на таких условиях. Еще такой приятный бонус для студентов, которые вчера еще были школьниками, они могут перенести свои остаток денежных средств со своей школьной карты на новую карту студента. В Самаре существует несколько видов карт. Единая транспортная, безлимитная, студенческая, школьная и льготная. Карты выпускают в виде пластикового прямоугольника и в виде брелка. Пополнить их можно в офисах транспортной карты. Подробнее узнать можно на сайте единого оператора «Объединенная транспортная карта» или по телефону горячей линии. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.